Здравствуйте! И сегодня я хотел показать, можно так сказать, собственный способ вечного онлайн на ВК. Точнее, собственный скрипт. Итак, вечный онлайн ВК можно сделать еще одним способом. Благодаря обращению к ВК API, к запросу set online для токена определенного аккаунта. Вы можете узнать токен, а затем просто вписать его к этой ссылке, где ваш токен – это ваш токен, нажать, ну, то бишь, открыть эту ссылку. И для определенного аккаунта по вашему токену будет сделан онлайн. Ну, минут на 6, естественно, пока ВК опять не определит, что аккаунт в офлайн вышел. И с помощью скрипта и какого-нибудь хостинга с кроном вы можете сделать себе вечный онлайн. Как вы знаете, те, кому это интересно, всякие сервисы позакрывались вечным онлайном, так что остается только скриптингом заниматься, можно так сказать. Ну, в общем, начнем. Это, конечно, легко. Я покажу небольшой пример простого скрипта вечного онлайн на ВК. Так, у меня для двух аккаунтов онлайн и один скрипт, видите, у меня три скрипта, один скрипт для одного моего аккаунта, второго онлайн вечный, второй для моего основного аккаунта ВК, третий для удаления файла, который предлагается с сервера ВК скачивать там после открытие ссылки, в ответ сервер кидает файлик. Его я тоже удаляю, так как чтобы он у меня на сервере не валялся. А потом все это после скриптов на крон ставим. Смотрите. Сейчас я открою скрипт, допустим, онлайн. Вот. Очень простой скрипт. Я же говорю, так как сервер предлагает скачать небольшой файл в ответ на ваше обращение по ссылке к set online по VK API, то можно использовать линуксоидную утилиту get. Она будет скачивать этот файлик, который предлагает сервер, и, естественно, будет задействован метод set online. И будет, можно так сказать, онлайн на 5 минут. А кроном я делаю повторение этого скрипта каждые 8 минут. Итог получается вечный онлайн ВКонтакте без всяких сторонних сервисов. Вам нужен опять же хостинг для этого. Допустим, ваш собственный сервер, либо какой-нибудь арендованный сервер. Сейчас я покажу скрипт на удаление. Он такой же примитивный. Remove скрипт. Все, просто удаляет директорию. В get создает директорию вопрос, там эти файлики лежат от аккаунтов с токенами, и я его просто удаляю. Сейчас я покажу крон-таб, как же я в крон-табе настроил. Вот, как видите, интервал идет 7, 8 и 9 минут. На первом интервале идет обращение к моему фейк аккаунту одному. Это скрипт для set online. Потом через минуту ровно скачивается файл и задается онлайн моему основному аккаунту. И через еще одну минуту удаляются все эти файлы, скачанные в гетом для прошлых аккаунтов. Реализуется это не очень сложно, я показал. Конечно, можно через некоторые многие делать через PHP скрипт. Ну и лично я, как увидел, что файл предлагает сервер скачать, файлик небольшой, то я решил, то PHP здесь не обязательно. Можно использовать их в get. И получается вечный онлайн. Правда, вечный онлайн будет мобильный, то есть типа аккаунт сидит с мобильного телефона или с планшета. Но все-таки какой-никакой, но онлайн без сторонних сервисов. На этом все, что я хотел сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Естественно, это ваше решение. До свидания.